подошел к концу первый раунд. Девятой пары боксеров. Красным углу ринга. Продолжению боя готовится представитель клуба «Выпил» Толмачев Максим. Красный угол. Напоминаю, что это самая низшая возрастная группа. И формула боя у нас 3 раунда по 1 минуте. Закончен первый раунд этого интересного боя. И в красном углу ринга продолжению боя готовится представитель клуба «Выпил» Толмачев Максим. Красный угол. Закончился третий раунд девятой пары, и мы ждем решения судей. Лен, ты, конечно, боксеры на середину. Поприветствовали друг друга. Хорошо. А в этом упорном, красивом бою объявляется боевая ничья. Боксеры подходят на награждение. И дополнительно Толмачев Максим номинируется в номинацию «Воля к победе». Просьба представителей команды ожидать до конца соревнований. Вполне возможно, ваш подопечный получит эту номинацию. Повторяю, Толмачев Максим представлен в номинации «Воля к победе». Поэтому остается всего лишь дождаться конца соревнований и узнать, получите вы этот приз или нет. Не просто чемпионы, еще и герои, друзья. Спасибо.
А к бою готовятся. Десятая пара боксеров. К выходу на ринг готовится. Десятая пара боксеров. Трушин Андрей, Бакарин и Бондарев Владислав Варяг. Двух невероятных боксеров. Представители 10-й пары боксеров. Формула боя 3.